Если честно, вижу первый раз такие. Судя по надписи, американские. Первый раз такие вижу, серьезно. Мужики, всем привет. Короче, забабахал вот такой переходник на вот этот диск, где у меня стояли трубные тисы. Они стояли низко. В общем, вымерил так, чтобы у меня они подходили по вышине. Вот до верстака. Чтоб не нагинаться лишний раз. Вот. Потому что мостами ж не каждый день работаю, да? А что-то зажать, отпилить, отрезать все-таки удобно стоя. Вот вымерил так, что вот эта нижняя часть на уровне верстака стоит. Вот. Не знаю, зачем так сделал. Ну, удобно. Просто вот померил. Верстак удобно. Так что будет ставиться чуть повыше тисы. Вот. Плюс их можно будет развернуть на диском. Диском, прям с диском, да. Повернул, куда надо, искры направил. Не обязательно вот сюда в щит, а куда надо. Хоть на улицу вынести. Без разницы. И удобно уже что-то зажимать, пилить. Вот такие вот дела. Ну, я ж не остановился дальше. Пластина 10 мм. Что та, что это. И просверлил еще под вот эти самодельные тисочки. Будут еще сюда ставиться. Сейчас проверял, прикручивал от этой плиты. Вот она у меня прикручена. Тут тоже резьба нарезана. Гайковер там дринь-дринь отшурупил. А сюда вот так вот. Также без гаек, без ничего так. Дринк-дринк пришурупил. Еще отдельно тисочки будут ставиться. Не только на верстаке, потому что бывает неудобно. Что-то мешается, надо ходить бы вокруг, да. То их вот здесь где-нибудь поставил, или там, или трактор там убрал, там поставил. Что-то зажал и ходи вокруг. Удобно, очень удобно будет работать вокруг какой-то запчастюлины. Вот, как-то так. Меняются там, я не знаю. Там, минута времени. Одни на другие. Надо теперь это все дело красануть. Что эти красануть, что сам переходник. Если не надо мостами заниматься. Там их укорачивать или еще что. Если неудобно на высоко, ну снял его там, отбил болты. Трубогиб этот, чей этот, как он? Трубные тисы, да, поставил вниз и работай с мостами. Вот такой вот штукенция. Труба 100 на 100 обрезок. Ну так, для комфортная вышина, просто вот как на верстаке, так и здесь сделал. Очень удобно. Вот такая вот штука. Сейчас будем резать вот этот полуприцеп. И вот так это его надо раскромсать и сдать на металлолом. Это оставляет человек себе, потому что вон стоит еще один прицеп. А это старый, списанный. Никуда не годится. Вот. Такие дела. В общем, пришли посылки. Две штуки. Сегодня. Поехал, забрал. В общем, здесь должно быть 10 наконечников. Только съемных. На горелку. Заказывал. В Китае. Вот. 5 штук должно быть на 0,8, 5 штук на единицу. Так, ну по количеству сходятся. Посмотрим. Так, 0,8, единица. 0,8, единица.
0,8, 0,8, так, единица, 0,8, 5 есть, единица, единица, вот, так и есть, все, отлично, потокосъемником, в принципе, у нас такой стоит 99 рублей один. Здесь я брал, я не помню за сколько, 10 штук, но что-то выходило по 20 с лишним рублей за один. Вот такие вот дела. Все, здесь сошлось. Сейчас будем смотреть здесь. Заставил скрывать болгаркой. Слишком много кислорода уходит на жестянку. Я говорю, херня. Давай, говорю, вскрывай, потом будем раму резать. Вот такая вот штука. Так, ну принес чулок все-таки попробовать. Зажал чулок. Отлично зажимает. Вот прям за самый-самый край схватил специально проверить устойчивость. Ну, стоит, держит. Стоит, держит. То есть вот эти спиливать вещи довольно-таки будет удобно. Если схватиться вот здесь, за эту часть, вообще никаких проблем. Еще устойчивее будет. Вот, крутится в разные стороны. Как удобно, так и разворачивай. И ходи с любой стороны, как надо. Ну, это я так поставил возле стенки. Посмотреть, проверить. Вот. Отлично. Отлично. Также размечать, отрезать. Все, все уже не на коленках, не на корточках. Стоя, как говорится. Вот. Чистить, шлифовать, сваривать, обваривать, да. Вот. Да, вообще шикардос. Вот, переходничок решает тысячу проблем. Так, еще посылочка пришла от Сани Лукинского. Прислал мне вот такую трубку для перелива кислоты в меньшие баллоны. И вот такая вот посылочка пришла. Надпись хрупкая. Здесь у нас авиационная безопасность досмотрена. Не открывать до окончания перевозки. Вот такая вот штукенция. Это прислал у нас Вячеслав из Москвы. Вот такая вот трубка еще пришла. Тоже для перелива углекислоты. Она новая абсолютно, еще нигде не стояла. Но она подлиннее. Не было ни одной, теперь уже две. Спасибо, мужики, огромное за такой шикарный подарок. Вот, у нас такие вещи не продаются. Вот, буду пользоваться. Так, еще одна посылочка. Да не, мужики, здесь ничего хорошего нет абсолютно. Это бутавр, который капец какой. Это вообще жидкое все, вот это просто жидкое. Это даже и в руки брать не хочется. Гнилое все, капец, оно все вот тут усиливалось. Тут оно оторвано вообще. Такая фигня. Ну это даже не швеллер, это страшно в руки брать. Плюс вот тут все это самое. Ничего хорошего нет, абсолютно. Все гнилье. Все просто сгнило. Итак, вторая посылка
Даже ценность объявлена 665 рублей. Ничего себе. Так. С Москвы. Заказывал со склада России. Это должны быть мужики коронки по металлу. Ссылочку я скидывал как-то в группу. Здесь должно быть 12 коронок. По металлу. Вот такие вот. Сейчас будем с вами запечатаны. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. По крайней мере, сошлось. 50 миллиметров коронка. Ключей, соответственно, я так понял, нет. Но у меня есть ключи. Так, даже вот написан диаметр. Отлично. Чё? Так, это есть. Следующее у нас идет 35 миллиметров. Ну, по крайней мере, зубы все на месте. Сейчас мы сравним с другими коронками. Те, что я покупал. 4 штуки купил коронки себе вот такого плана. Вот даже 16-я 250, 30-я 550. Сейчас мы сравним, в принципе. Так, это 30-ка. И здесь 30-ка. Чем они отличаются? Здесь зуб повыше, здесь чуть поменьше. Вот. Один уже успел потерять. Здесь сверло поменьше, здесь побольше. Здесь есть такие прорези для выхода стружки, а здесь их нет. В общем, проверим в работе. Вот здесь чуть глубже, здесь чуть меньше. Это по 30-ке, да? Так, дальше у нас 26, 28 миллиметров, 16. Мужики, 15 коронка есть, даже на 15, на 3 зуба. Так, это 20-ка, 21, 18, 22, а вот еще 25-ка есть. Посмотрим, как будут работать. Главное, что теперь они есть. Вроде все сошлось. Как-то так. Короче, нарезаю протектор. Вот на одном колесе уже нарезал. Это колеса Скары. Вот. Так и как оно было, вот так. Отлично получается. Ну, тут докорды. Чуть достает, но это вообще не смертельно. Люди вообще обдирыши делают, ездят, и ничего. А здесь на передке работать будет, точнее на телеге это будет. Прицепчик сделаю на низких колесах. Тут камеры стоят, вот, чтобы борта были пониже. Грузить, кидать пониже, возить. Жигулевские слишком высокие колеса. А, протектор нарезаю так. Нифиг делать. Тренируюсь. Пробовал нарезать. Точнее, даже не пробовал. Поставил вот такую коронку, да, как
Серега Михайлов. Ну, по чесноку, ну фигня полная. Вот этой коронкой одни мучения. Ни одного протектора не нарезал. Нашел трубку, точнее не трубку, ключ был на 12, по-моему. Заточил его. Сейчас поправить, она чуть напильничком подзавернулась. Вон напильник лежит. Так, как масло режет. Абсолютно как масло. Тут его рассверлил, шестигранник. Сверлом, по-моему, на 14. И на болгарочке его снаружи обточил. Все. Вот так только шмак, шмак, шмак. А поставил, чтобы удобно было. Лежа неудобно, а так удобно нарезать. Так, потом расчерчиваю и так. Вон, одни ошметки только успеваю доставать. Очень быстро получается. Вообще шикардос. Трубка рулит. Как-то так. А, ну это надо то колесо поднять. Там домкрат стоит, чтобы провернуть. Вот такие дела, мужики. Вот разложили по размерам. То есть 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 35, 50. Ничего, отлично. Вот лично. Так, мужики, еще одна посылочка из Казани от Сергея. Сейчас мы ее откроем. И что у нас внутри? Три маркера. Маркер краска. Ну, наверное, белого цвета. Вот. Отлично. Спасибо, Серёж, огромное. Сейчас, мужики, посмотрим, что здесь. Так, мужики, ну все, кислород закончился. Сегодня выходной. Хотел второй баллон заправить, но позвонил выходной, аж в понедельник. Вот этот пятак. Хотел оттуда отрезать. Но здесь столько железа наварено, просто не пробивает. Не смог вот тут перепилить резаком. Там снизу вроде нормально, а вот здесь нафиг, пускай так грузят. Слишком много слоев. Там вообще такой раздул, капец. Короче, прицеп был 9-метровый, осталось 3 метра. Ну, если был бы баллон, закончил бы. А так где-то примерно по метру режу и пополам еще. Вот так вот. Вот такие вот. Вот такие вот двутавры. Они никуда, никуда они не идут. Это так. Ерунда. Возни с ними больше. Ну, здесь чуть больше метра. Короче, где удобно, там и режу. Вот осталось еще сделать раз рез. Вот здесь где-то рез. И вот там. И останется только вот ось прикрученная. Ну, тоже сам открутит, скинет половинку. Вот. То есть здесь, здесь и здесь. Ну, соответственно, это все дело пополам расчехвостить. И прицеп будет... Ух, собаки. Распилен. Как-то так. Вот такие вот дела. Сейчас он вообще вот висит уже. Ничем не держится. В принципе, вот. Рукой качаю. Если вот тут еще отпилится, он на место станет. Как-то так. Вздумал пилять. Это мой товарищ. Когда цена на металлолом упала капитально. Но говорит, подожду, сложу, подожду, пока поднимется. Вот такие дела. Так, друзья, а здесь вот такие вот зачистные круги. Вот такого плана. Если честно, вижу первый раз такие.
Судя по надписи, американские. Первый раз такие вижу, серьезно. С такими вот работал. Вот такого плана, да? А вот такие вижу в первый раз. Тысячи оборотов. Вот такой вот, мужики, подарок от Сергея. Спасибо вам, мужики, огромное за все ваши вот эти вот вещи. Вот просто мега необходимые. Лайкос от меня вам жирнющий. Как-то так. Ну, на этом, пожалуй, наверное, и все.